беседы о патриотизме, современных героях Отечества и о воздействии информации на молодежь в современном мире. О таких важных и, на первый взгляд, простых для понимания вещах со студентами Омского промышленного экономического колледжа поговорил представитель Центра патриотического воспитания «Альфа-Омск». Тема видеолектория «Информация как оружие». Кто владеет информацией, тот владеет миром. Я думаю, вы это слышали. И именно поэтому, вот, на мой взгляд, ваша задача, вы должны на этот момент насчет задуматься, с этой информацией научиться работать. Думать и перерабатывать. А иначе просто эта информация начнет владеть вами. Сейчас все прекрасно видят, что молодежи этого очень не хватает. И буквально спонтанно родилась идея провести такие занятия. И увидев просто отклик, насколько ребята слушают внимательно, насколько они хотят это слышать, родилась идея, что это проводить надо. Им очень важно слышать, что у нас в стране не только, как по телевизору очень часто показывают, какие-то там отбросы, грубо говоря, в обществе, а все-таки есть настоящие люди с большой буквы, которые что-то делают полезное, хорошее, доброе. Героями не рождаются, героями становятся, вот. Что в любой момент можно сделать такой поступок, о котором даже не задумываешься, не ожидаешь его. Поступить как надо. Данная тема очень важна для нынешней молодежи. Информационная безопасность это сейчас приобретает все большие масштабы. Информация засоряет мозг наших детей, нашей молодежи, поэтому я считаю, данная тема очень актуальна, и это первый видеолекторий, но я думаю, что с Александром Олеговичем мы будем дальше сотрудничать. Также о патриотизме он очень много говорит. Развитие патриотического мировоззрения, ценностных ориентаций личности и нравственных качеств – важные составляющие воспитания молодых граждан. Серия видеолектория «В честь имею» была создана Центром «Альфа-Омск» при содействии с Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Лекции продлятся в учебных заведениях до 1 июня.